Так, все то же, да, все то же самое. Андрюха, залетаем, если что, я тебе там подсоблю танками. Вот. Ну, блядь, так хорошо начали. Семзлоевичку слили. БТР с входа слили. Слушай, это слили. Там тоже 2-6. Пацаны, если справа не получится, танки будут живы или танк. Я вам помогу. Хорошо. Но я думаю, что... Ну, имею в виду, если вот там, где впадина, танк будет где-то вражеский, там, да, или на горе, вот как 80-ка висела, я такие танки выберу. Вглубь я не пойду, конечно, там уже сами. Потому что на виду будет рядом недалеко. Хорошо, мы поменялись. Спасибо. Потому что у меня Деструбин, ну, с ним можно играть. А если ты видишь что-то, технику какую-то, да, его, пожалуйста, просто не стреляй в технику, стрельни рядом с ней и убьешь тупо отряд его, блядь. Он высаживает тупо одной точки, и пока ему, ну, не скажешь это, он, ну, ничего не будет делать. Как в той игре Asus, блядь, ему отряды пехоты. Я всегда сначала стараюсь выбить технику, а потому что пехота у меня там всегда есть что-то, что ее может достреливать, ну, сам бот. Или тот же визель. Да, АГС всегда покупаю. Не, у меня визелек там или МПВшка бывает живая, она, ну, сам бот отстреливает. Кстати, Асус, возьми визель, слышишь, вначале тоже. Пушечный визель, вообще, как бы, я его не сливаю. Но если там подождать 50 секунд, можно стовкой взять. Да, ребят, и минометы не забывайте, особенно правый фланг. Потому что их выбивать особо нечему. Хорошо. У нас же есть тяжелые минометы, по идее, если я ошибаюсь. Да, наверное. Что есть? А, французов, да. У французов Макс не добавил. Нет? Он не дал им. То есть он французский именно добавил американцам, но не добавил французам? Да. Классно. И это не дело. А еще в следующем тест-юнице он уберет боксер с автопушкой. Боксер, да, это ты говори. И Asus возьми. Не, ну если не будет, конечно, бригада будет проигрывать, можно его будет вернуть там, чисто так. До прикола. Чай МПВшка по центру едет. Первые мои. Странная горка, неудобно переезжать через нее. Как тут всё не... Ты ездишь как конченый идиот. Мне кажется, мы даже дальше ворвались. А слева ничего нету. Да. А, я стрелок. Ха-ха-ха. Ты перемога? О, блядь. Семизлойка хуевая, я вижу. Контузию он у него был. Да охренеть, блядь! Тут он в землю попадает, стреляет в танк, в борт. Ой, его разъебал мой, опять. Так, ты меня убил? Блядь, что тут слева у меня происходит? Эти танк. Восьмидесятка, сейчас выбью. О, блядь, она что со мной? Бьет по Андрею, Санчо, на срочку. А что я, блядь, говорю, что БВшка стоит на центре? Так я сказал. Что не стоит? Хуёво вы сказали. Ползи, ползи, он за холмом. Verstanden! Дэйв, от тебя хул. Да. Так, я не занял точку. На нахуй. Пробил, но не убил.
Так, меня откуда-то выбили, Таня. Значит, поворачивай. Я вот. Ты БМПшку заходишь во фланг. Пойдет. И совсем... Да, 30. У меня двигатель сломан. Блять, их попадают сюда. Да уебись, я план попадай сюда. Так, а ты ехать или не лечить? Ты пиздец, блядь. Так они не веруют. Я не могу никуда уйти. А? БМП-2 расхерачу. Заебали, блядь, пойду старым леопардом. Да я его и походу сам съел, блядь. Тупо леопард не съел, пидри его. И сам сгорел. Авиаточка не захвачена. Я уже иду. Да что? На нахуй. У меня сейчас лево будет. Вот это надо выбивать. Да, и... Много пехоты, много пехоты. Бомбу готовлю. Метку держи. Здесь не слово. Принято. Вон пехота. Целая группа. А. У них авиация или что? Я понять не могу. Вот. Пойдем. Так есть. Так, что там танк забрал? Так, что дохло? Забить его. Вот и их отряд. Пехоты очень много. Нет, не от вас. Я сейчас помогу вас. У них что, арта, что ли? Да. Да. Кто у них на акции, интересно? Понятно. Ладно, приходим туда. На моей части, вы туда. О, хуя. Прикольно. Два танка. Умысы. Что там у тебя? Ах ты, мне убили истребить. О, красиво прилетело. Не нахрен так не заебрится. Не вижу, но я вижу мечты и вижу тебя. Там бронежилет еще взяли. А, да. Это блуд, это тебе ракета. Ребят, он на гуслях. Бейте его. Охренеть, я прям потом убить. Ребят, лук сидите на правом фланге. Что? Лук сидите на правом фланге, тогда я его убью. Там лук на правом фланге сидит. Я его не вижу. Ребят, ну, блин, прошу, посетите. Бук на правом фланге где-то. Да биноклями. Вон, уходит. Ромич у них на арте. Сейчас уже поздно, сейчас упаду. Я тут, по-моему, стрелой 10 стреляет, я не понял. Такой умный, Санёк. Да, он стрелял на это. Он стреляет с стрелой 10. Да. Он, наверное, правил. Я БМП-2 убить не могу, я его не выпустить его уже не... Несколько кумулятивов, блядь. О, загорелся. Точку надо отжать.
А сусны? Давай сюда. Я тебе сейчас там ты уже. Ай, блин. Ну, блядь, Ролич. Ну, уже все. Да ёбаный в рот. Ромич, блин. Паузу попросили. Блин, и мне танк выбили, офигеть. Дистрайт. Сбоку. Зашибись, пауза, когда ее не ждали. Ладно, я возьму боксер. Так, ну что, может быть мне тогда тоже на арту смениться? Попробуй. Давай. Ибо нехуй. Андрюха, главное вот эту точку взять и все. Кто там у тебя, дистрайк? Yes. Авиация скоро будет подавлять пухи этот тощ. Арта ебашит, блядь, пушку сломал. Я боксер сейчас возьму, попробую тебе помочь с автопушкой. Да, я отожму точку. Через 6 минут будет ПЗАЖ. Через минуту Ларс. Опять падение производительности. Андрюха, есть примерно метку можно, где пехота была, я дистанционным подрывом поработал. У меня одна высокая точка. Только здесь пехота осталась. Так он ниже. Пусть обрабатывает все, по полю. Танк, уходи. Я тебя не могу спасти, у меня тоже танк на ремонте стоит. А у меня эти спайки есть. Издалека ты дохерачил. Пизды тебе дал. Игорь, сжёг его нахер. Да. Он охренел, Санёк не в курсе, что у нас управляемый. Я взял прямое управление? Да, конечно. Я колёса чинить, я целый, у меня только колёса поломаны. А в чём попал у тебя, ракеты? Да я не знаю, рядом там что-то взорвалось. Они же стойкие, они выдерживают. Надо прямое попадание. То, что рядом взрывается, да все фигня для боксеров. А Амстаз здесь, если там... А ты еще меняешься? Да не надо проезжать, я пока в семье. Окей, я понял тебя. А, Андрюха, я возьму визелек с топками, он отличный, короче. Буду тебя прикрывать здесь в поле. Танка пока нет. А меня слышно? Да. Чё эти ты про меня игнорят? Чего? Мы ВОВ в последнюю очередь поражаем. Хотя, ну, можно попробовать грохать, чтобы он ещё один взял. Но не рискуй. Да, у меня колёса не доедут. Да, вали пехоту, да и нихуя себе леопард что-то играет. Че, Асус везет тебя, да, на них сейчас? Да пизда, я разъебаю на одном леопарде. Ну видишь, я говорю, на нем главное да, блядь, найти баланс. Да не, главное не лезть, понимаешь, знать, что у тебя слабый корм. Да какое, блядь, птуры нахуй все решают. Ну, птуры любой танк решает, кроме армата. Пока она свои гранаты не отстреляется. Особенно как ты хотом, я помню, порешал красиво арматку. Целый отряд стоит. Такую точку. Блять, по мне ебаш. Арта. А, я узнаю. А, так, я стрелу попробую выбить. А вон встань, вижу. Он налево едет, да? Да, по мне ебашит. 3 минуты до ПЗФ 2000 больше укатывает. Блять. Пойди. Да, до конца вообще.
Блин, ну ребят, пустил ракету, но он меня выбил так. Я. Он здесь. Пугайте его, пускай он атакует. Я отослал туда. О, а думаю, что я на танк так забыл, дождь идет. А, я кого-то задаю, извиняюсь. Если что, тут был, ласт раз. Оп, я уехал поля. Занимаю точку противник. Отлично, я пехоту дополнительно взял. Речка до стены бригады. Я подкину на правый фланг. Там вроде все и так. Нас основные на пуме разрывают еще. Так, град. А, ребят, попробуйте вот, если кому не лень, 2-3 пеха сюда в эту яму там раскидать. Град двигается на правый фланг. Отлично. У меня карта работает. На правом фланге. Сейчас будет высадка. Так, град пошел здесь. И БТР-82 готовится. Я сейчас пока коплю силы, я попробую Андрюхе помочь. Андрюх, попробуем в кольцо их сжимать, там у пацанов идет, и попробуем отсюда давить. Тут отряд предполагаем. На правом флангу, да? Короче, давим их с этого. Центр пока не трогают. Я работаю. Я его только укреплю, центр, и все. Да. Накрыл. Отряд. Да. Ой, все. Я за пехоту этого. А, спецназ. Отлично. Я думаю, что второй пакет надо во враг. У меня танк выезжает. Если вот это вот накрыть, то мы сам сможем туда вот встать. Там, мне кажется, никого не было. Нет, там было. Ты на перезарядку. Ну, бэк на перезарядку. Через минуту будет ПЗАш. Наверное, уже на левый фланг. Там на левом проблеме. Ай, больно не сделал. А, судьба это заняла. Я что машину сюда. БМП-3 там. Гусеница, бля! Андрюха, я занял. Хорошо. Там Синезлой где-то на гусенице стоит. Да, я не успел с гранника отстрелять. Выжило, но ты и вынес что-то. Блять, не попал. На пистоле. Так, Андрей, ты там раздолбал всех, да? Да, ну, это я помог ему, там, вот это последний зашел. Шороху навел. О, блядь, кур по мне, кур по мне, сука. Рефлекс-водитель. Сейчас я тебе помогу, я боксером еду. Блять. Там, да? Пожалуйста, выживи. Горит. Я тебе сейчас... А ты живой, да? Выстрел есть у тебя? Заряжен? Да, ёбаный в рот вылетели. Ну, блин, ну это так обидно, ребят. Ну блин. Ну у меня тоже.